Лучший телевизионный продукт в туристической сфере – совместный проект кинокомпании «Амберфильм» и телеканала «Гродно плюс». «Я люблю Гродно». Он стал победителем национальной туристической премии «Познай Беларусь». Награждение прошло накануне в Минске. Члены экспертного совета отметили главную идею роликов – рассказать о Гродно словами самих жителей города. Напомним, в августе мы объявили конкурс в Инстаграм. Необходимо было сделать фотографию знакомого места города, либо селфи на фоне узнаваемого места и поставить хэштег «Я люблю Гродно». Участники, чьи фотографии набрали больше всего лайков, стали героями роликов. Вместе с известными людьми они рассказали, за что любят наш город. Проект был приурочен к 888-летию Гродно. Мы гордимся, что наши ролики стали лучшим в стране телевизионным проектом по туризму. И это заслуга не только канала «Гродно плюс» и «Амберфильм», а гродненцев, которые от чистого сердца и души сказали такие слова на камеру. Ролики выходят в эфире нашего телеканала и сейчас являются своего рода рекламой как Гродно, так и августовского канала для иностранных туристов. Кроме того, победу в разных номинациях одержали гостиницы «Мирский замок» замкового комплекса «Мир» и наши коллеги из городского журнала. Особенную гордость вызывает и работа команды радио МФМ 105.0. Программа «Карта мира» получила приз за лучший туристический проект на радио. В этом году радио МФМ у нас отличилось. Мы победили в номинации «Лучший радиопроект» в сфере освещения туризма. Наша программа «Карта мира» принесла нам заветный диплом, который мы считаем заслуженным. А, кстати, это уже не первая наша награда. Программа «Кофе с комплиментом» в прошлом году нам принесла победу. Программа «Кофе с комплиментом» она чисто городская. Там рассказывается о знаковых зданиях, улицах города Гродно. А уже программа «Карта мира» она значительно расширяет географию. А здесь мы выходим за рамки Гродно, мы рассказываем слушателям о всей Беларуси. И еще одна награда накануне досталась телеканалу «Гродно плюс». Агентство ООН по делам беженцев назвало наш коллектив лучшим в Беларуси по освещению темы беженцев.